А еще и учитывая то, что наши семейные корни вот потихонечку тянут друг друга близко к чему-то святому, особенно когда мы находимся сегодня вот в этой синагоге. Многие люди даже говорят: «Рабай, мы не знаем, это синагога, мы на улице смотрим, вообще феникс, то все». Мы хотим показать, как это было в свои времена. В свои времена тоже очень многие помещения не было именов на улице. Но когда заходили, знали, это место, где идет обучение или изучение, что-то вроде этого. Слава Богу, в этом месте происходит очень многое хорошее. Здесь есть Sunday School, здесь After School, у нас здесь даже кемп проходит, Барух Хашем. И вот мы работаем его легализовать, и дай Бог, без Радашем все было нормально, без Радашем. Мы уже первый этап прошли, работаем над вторым этапом, без Радашем. Самое главное, нужно, я думаю, в наше поколение прекратить строить дворцы. Эти все деньги, если мы потратили на наших детей, я думаю, что было бы намного-намного больше толку, чем строить дворцы. А потом не трогай, не шевели, не надо, ни это, ни третье. 1000%. Не трогай стенки, не трогай то. Тогда зачем построил? Как мы всегда говорим, что дом человека – это не музей. Дети должны понимать, должны развиваться. Даже когда разбивается стакан, он слышит, он понимает, что это нельзя разбивать. Но если бить его по рукам, этот ребенок никогда не будет развиваться. Поэтому, как вы замечаете, в нашем заведении нет люстры. Вы заметили? Во Да, всей нет. синагоге есть красивые люстры. Нету здесь люстры, потому что здесь я даже дети некоторые раз мячик играют. И получается так, что могут разбить люстру, что такое. Потому что здесь библиотека на русском, английском и на иврите, Барух Хашем. Все эти условия мы создали для наших детей. Поэтому, дорогие друзья, когда Всевышний давал Тору, гарантами были дети. Потому что самое главное вкладывание, это, конечно, наших детей. Господин Аминов Шмуэль, который был с нами вот уже, Барух Ашем, не первую субботу, уже пару дней проходил, он сам видел, как здесь дети все сами поют, сами встают, Девира Тора делают, сами читают, все они сами. Даже шахарит они у меня поют. Мальчику 10 лет, вы сами видели. Он поет еще на бухарском, не что-то другое. А вот конкретно на бухарском. И таких, слава Богу, у нас очень много. Кстати, многие из этих детей, они из паблик скула. Барух Хашем, мы потихонечку, потихонечку даем им. Знаете, что мы им даем? Я вам скажу, что мы им даем. Мы даем им любовь. Вот и все. И под любовью, дорогие друзья, можно очень много пробиться и добиться от этих детей, Барух Хашем. Итак, главная причина, почему мы сегодня, мы тоже являемся дети, мы тоже являемся потомками наших предков, которые сегодня собрались в этом зале, чтобы почтить им память. Почитание памяти – это не только прийти йодаури, вспомнить, сказать о их качествах, а именно продолжение того пути, который они начали. Поэтому сегодня, когда мы сидим здесь и говорим о них, говорим Деверет Тора, это гордость наших родителей, которые покинули нас. Это радость наших родителей. Если люди приехали в совсем другой континент и не забыли, кто они, не забыли своих близких, не забыли, для чего они здесь. И, конечно, вспоминая святость и все духовное, это в очередной раз доказывает силу и мудрость наших предков, что когда они нас воспитывали, а не дрессировали. Дрессирование, оно работает только на какой-то промежуток времени, пока родитель смотрит на него. Но когда нету родителей, тогда и проверяется, это было дрессирование или это было воспитание. Они действительно воспитывали нас. И воспитание, конечно, основывается на личном примере. Не как один сказал: «Бачим!»